Посмотри, кто к нам заглянул. Вероника. Здравствуй, радость моя, а я скучал по тебе. Расскажи-ка, дедушке, хорошо ли ты себя вела в этом году? Не слышу, говори громче. Хорошо. Ты молодец, не то что мой сорванец. Вижу, ты хорошая девочка. Ты уже написала мне письмо? Если нет, то скорее пиши. Написала? Здорово. Сейчас будет продолжение. Кто-то еще прислал письмо. Ждет новогоднего волшебства и подарка. Взрослые знают, что пришла. Зима. Поэтому одевайся теплее в новом году, чтобы не заболеть. И чтобы румянец всегда играл на твоих щечках. Слушайся родителей. Ешь побольше полезных овощей и поменьше конфет и сладкого. Да будешь большая и сильная, как я. И такой же веселый, как мои помощники. Вероника, ты, конечно, знаешь традицию наряжать новогоднюю елочку. Украшать ее гирляндами, шариками и волшебными огоньками. Вот и сейчас я хочу зажечь на своей елочке волшебные огоньки. И ты мне можешь в этом помочь. Давай с тобой скажем волшебное заклинание. Оно очень простое. Повторяй за мной. Итак, раз, два, три, елочка. Кричи. Горит. Ну, ты скажи. Замечательно. Молодец. Поздравление. Какое поздравление, деда. Молодцы. Замечательно. Опять твои рога в кадре. Ну, отрасти уже, а? Ну, ты эти дубы же портишь. Ну, Вероника, мне пора собираться в дорогу. Разносить подарочки тебе и другим детишкам. Картинка. Поэтому я желаю тебе все страшно. Интернет. Все страшно. Скачать надо было просто, да и все. Ничего страшного. Все нормально. Все отлично, великолепно. Все. Спасибо большое, Дедушка Мороз. Молодец. Замечательно. Ура! Все хлопают. Все хлопают. Я не успеваю всем напомнить. Все хлопают. Написать.